Привет! Привет! Мы сегодня будем делать суши маме! Привет! Вы на канале Бездях у Лисы и Егора. Сегодня мы будем делать суши от компании Мили Мини. Мили Мини – набор для творчества, который называется «Суши Мания». Давай покажем коробочку. У Алисы там Лили игрушка будет помогать, да? My Little Pony. Вот мы можем сделать нам из... Что-то типа Play-Doh, мы можем взять вот такие вот суши. Да, много всяких этих. Там есть фурнитура, формочки, скалка, масса для лепки 7 цветов, инструкция, герметичный пакетик для хранения. Да, у Алисы вон какой Китти на этом, на футболочке. И тут есть клеенка, у нас уже есть. Клеенка есть, да? Ну, посмотрим, что за клеенка. Давай, переверни с другой стороны, что там еще есть. Переверни с другой стороны. У нас же уже есть тут клеенка. Так, а тут описание, что это с 3 лет можно лепить. Лепка занятие творческое, очень полезное. С помощью набора можно самостоятельно изготовить брелочки, заколочки, магнитики, ободки, насадки на карандаши, а также множество других изделий. Достаточно здесь проявить фантазию. Вот Егор с Алисой сейчас будут проявлять фантазию. Ну давай, открывай. Открывай этот набор. Егор сейчас будет доставать, а Алиса будет складывать. Да? Давай, показывай, Егор. Ну, ты поклади коробку на стол и доставай, так же удобнее будет. Вот. Вот так у тебя сейчас все вывалится. Так, еще коробку одна. Убираем. Так, ну, это вы так будете смотреть. Вот такая вот здесь инструкция. Так, подождите. Вот такая вот инструкция здесь есть. Да? Основные приемы лепки. Дополнительные приемы лепки. Так, клеенка. Алиса уже все вытряхнула у нас. Так, клеенка. Потом вот тут какой-то ободочек и брелочки. Это для меня ободок. А вот здесь в наборе. Ну доставай и показывай, Егор, что там есть. Это мне ободок. На ножницы. Не рви, разрезай аккуратненько. Аккуратненько разрезай. Давай помогу. Достаем. Да, что там есть? Скалка. Алиса вот скалку уже дает. Потом формочки. Дальше что? Формочки. Показывай, Егор. Егор, формочки покажи. Вот формочки. Я понял, такие. Что это надо катать. Да, Алиса поняла, что там надо катать. Вот формочки со всякими там. Там где пластилин. Вот, чтобы делать изделия. Вот еще третья вот формочка. Пластилин. Тарелочки. Две тарелочки. Клеенка там. Да, вот наша клеенка. Давайте, расстилай клеенку. Да? Ну, конечно. Расстилай клеенку, чтобы все было красиво. Ну-ка, покажи, поверни клеенку с этой стороны, чтобы мы посмотрели, какая клеенка красивая. Я хочу сначала катать. Вот такая красивая клеенка. Давай, расстилай. Будем лепить только на клеенке, да? Раз у нас клеенка есть. Поняла, Алиса? Да, мы будем лепить, как все повары. Так. И дальше давай распаковывай, что тут еще есть. На, ножницы распаковывай. Я буду сама катать. Алиса будет катать. Егор будет Алисе делать, что говорить, что делать, а Алиса будет катать. Да, как на машинке покажем. Ну что, просто тут вот, блин, вот это вот. Так, распаковали. Все, дальше что там есть у нас? Пластилин. Дальше получается масса для лепки. А это специальный герметичный контейнер. Так, подожди, не распаковывай пока. Давай посмотрим, посчитаем, сколько там. Раз, два, три. Алиса, 5, посчитай. 6, пускай 8, Алиса 9, посчитает. Ну-ка, Алиса. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А какого цвета теперь скажи? Black. Нет, пускай она сама говорит. Алиса скажет, какого цвета на русском и на английском языке, да? Грей. Она же серый. Грей это серый, да? Блю. Оранж. Оранж. Блэк. Блэк. Йеллоу. Ред. Грин. Грин. Только там, наверное, не грей, а там, наверное, вайт. Там белый. Да, вайт. Нет, это грей и вайт. Ну, белый должен быть. Рис-то должен быть белого цвета. Ну, вот это. Так, ну что вы будете делать? Держите ваши заготовки, складывайте это все.
Так, а вот это вот, что там еще? Ну-ка, давайте, Егор, распакуй. Распакуй, что здесь, что там еще есть? Это, наверное, ободок для Алисы. Да, для меня брелочки. Ободок. Ну-ка, ну-ка, да. Алиса, одень ободок, посмотрим, как у него. Ой, тут еще нам магнитик дали. Вот, Алиса ободок одела, вот здорово. Второй, нам тут еще магнитик дали. Магнитик? Да. А, ну это специально, чтобы делать суши и делать брелочки из суши. Это специально такие штучки. Покажи, ты показал? Да. Дай мне ножички. Вот такие вот эти цепочки. Покажи его все. Вот такие вот еще цепочки. То есть это можно делать будет всякие брелочки, да, из суши. Дай мне ножнички. Сейчас, Алиса, я тебе дам ножнички. Мы тут будем делать брелочки. Раз, так, два, три. Ну давайте определитесь, какие вы сначала суши будете делать. Посмотри и покажи нам, чтобы мы увидели. Так. Я вот сначала делаю. Так, Егор суши сначала рыбы. Прочитает инструкцию, да? Я хотела делать суши рыбы. Мы сейчас, Алиса, будем делать. Ножнички дай. Ну, сейчас Егор определится, что вы будете делать, с какого пластилина. Так, потому что нужно открывать тот пластилин, с которого вы будете лепить, чтобы он не засох, да? Вообще-то тут как бы не суши показаны. Тут показаны принципы лепки, приемы лепки. А я тебя спрашиваю, выбери на картинке, какой суши вы будете делать. Так, давай-ка сделаем суши. Не покажи, какой вы будете делать, чтобы мы посмотрели, что у вас получилось. Классный. Вот эти. Ну покажи, покажи. Ну ты пальцем закрыл, мы не видим. Вот этот черный? Да. Ну-ка. Так, вот этот вот суши Егор будет делать. Ну все, хорошо. Давай. Я хочу самого разрезать. На. Так, говори Алисе, какой разрезать пластилинчик? Какой открывать? Разрезай. Так. Какой открывать? Вот этот, походу, черный. Черный. А где черный? А, черный Фуа. Есть. Давай, Алиса, черненький открывай. Вот он. Алиса открывает черный пластилин. Ты отбери, Егор, какого цвета пластилин нужно, чтобы Алиса его открыла. А да. Ты будешь... Еще желтый и оранжевый. Желтый и оранжевый. Все остальное убираем. Вот, еще вот эти оба. Алиса, осторожно, ручки не повреди. Пальчики смотри, белый, не отрежь. Белый, Егор, тоже. Помоги Алисе отрезать. Так, отрезать. Так до конца отрезай. Я сама доставать пойду. Да. Да, буду сама доставать. А вот он посередине еще попал. А, вот этот вот, кстати, мешочек, где было у нас, где было у нас ободок и цепочки, это специальный мешочек для хранения пластилина. Так, показывай, какой пластилин. Мягенький он, да? Угу, очень. Так, давайте следующий какой надо открывать. Этот. Так, следующий белый. Ну, вот для оранжевого. Алиса открывает оранжевый пластилин. Алиса, пальчики осторожно. Папа, трогай его, офигеть. Ой, какой здоровский. Это не Play-Doh уже. Но он ничем не хуже, мне кажется, даже поинтереснее, чем Play-Doh по мягкости. Егор, помоги Алисе отрезать, а то она сверху срезает все. Сверху так и все вот эти вот полушки срезает. Все, Егор, отрезай и давай Алисе, пускай она сама достает, а ты дальше отрезай. Дай-ка, постой. Так, у Егора что-то с Алисой тоже не получается ножницами работать. Давай я быстро открою. Это делается вот так вот, очень просто. Раз. Это делается вот так вот. Раз. Это делается вот так вот. Все, я вам понаоткрывал. Давайте делайте суши теперь. То, что вы показали, будете делать. Так. Он же белый. Белый? Доставай. Плохо пахнет. Почему он плохо пахнет? Не знаю, понюхай. Ну, потом понюхай. Пускай это... Как пахнет? Он же пластилин, это а не еда. Это белый. Белый это рис будет. Давай сначала рис, наверное, нужно будет сделать. Папа, только рис как пенопласт. О, здорово, да. Да, я потрогаю. Давайте делайте. Так. Давай, делай рис. Пенопласт. Рис, так. Сейчас могу делать рис. Так. А вот эти полосы. Или нет, или это бычок.
Вот рис, наверное. Вот тут делается. Я хочу рис делать. Специальной формочкой. Я хочу рис делать. Половина вставляешь в другую половину и прикрепляешь. Вот тебе будет рис. Дай мне рис делать. Дай ей другую штучку, такую же, пускай она тоже рис делает. Вот туда вставляй, делай тоже рис, Алиса. Так. Это не плейдо, слишком трудно это для плейдо. Вот, видишь, получается. Это не плейдо, Алиса. Тут я саму не отлеплять. Так, молодец, Алиса тоже рис сделала, да? Тут нужно сразу полную формочку, что тут не отлеплять, потому что он не прилепляется и не отлепляется. Ну, как привыкнете, как делать? Вы же первый раз из этого пластилина вот делаете. Первая. Так. Алиса, ну столько. Это будет очень трудно отлеплять. Нужно сразу. Сколько нужно, столько и нужно. Я хочу тебе катать. Подожди, Егор тебе скажет, что катать. Вот черную будете катать полоску, вокруг которой вы будете. Давай. А мне кажется. Так. Алиса, подожди. Как же там нужно было белую? Егор, ты правильно делаешь? А в середину как ты будешь лосось вставлять оранжевый? А в середину? Ты уже понял? Наверное. А, наверное, их тут нужно 4 сделать по всем сторонам. А, ну делай. Нет, а внутри-то у тебя должен стоять это лосось. Вот видишь, оранжевая штучка, это лосось. Или, ну да, или что-то там. Алиса у нас уже катает лист черный. Нет, это не рис. Я говорю лист, а не лис. А не рис. Вот раз, два. Пашин так стал. Ну а ты теперь слепи. Черный у нас тут тоже твердый. Так, Егор теперь делает так, сейчас лист, сначала, да, из которого, который будет обматывать рис, да, с лососем. Я тоже хочу. Ну, а Егор, это у тебя сильно будет большой, он тоненький должен быть. Ну, да, как половину бери. Даже, мне кажется, меньше нужно. Сейчас я сделаю. А Алиса что лепит? А что Алиса лепит? Подожди. Там есть еще хлебушек. Хлебушек? Ну сделай хлебушек. Это вообще-то набор для суши, а не для хлебушка. Егор, это очень большое у тебя получится. Это у тебя штук на 5. О, Алиса! Так. Ты такая маленькая. Сейчас я сделаю поменьше так. Ну, так, тут немножко нету. Так, сейчас будем отлеплять. Много? Много? А что Алиса делает? Хлебушек. Так, нужно взять поменьше. Не, ну ты аккуратно делаешь, чтобы листик был прямоугольный, ровно прямоугольный. Сейчас. Надо же все аккуратно делать, как будто как настоящая еда это. Чтобы все посмотрели, какой у тебя красивый получился суши, ролл. Да? Ролл будет такой. Так, теперь сколько нужно, чтобы вот это взять? Вот эту длинненькую штучку, да. Как на кольчике. Ты сразу отмерь и это, и отломи такую, это по длине. Так, вот. Получилось! Молодец! У Алисы получилось! Егор, рассказывай нам, что ты делаешь. Я делаю суши ролл. Ну, а что ты сейчас делаешь? Ты? Сейчас я делаю листик для него. Листика Егор делает, да. Сейчас вот то, что он сделал, рис с лососем, замотает, да? Так, тут нужно подлиннее. Ну, делай чуть-чуть подлиннее. Так, ты сделай его потоньше, он растянется. Да, Алиса? Так. А куда? Ой, я увидела это! Что Алиса увидела? Вот эту дырочку. Ну, хорошо. Я хочу ее сделать. Так, ну-ка, что у Егора получилось? Ну, вот получился какой-то ролл интересный, да? Ну, такой ролл у меня получился. Ну, давай, складывай его на тарелочку. Покажи нам, какой ролл у тебя получился со всех сторон. Так. Ой, упал. Вот такой ролл у Егора получился. Ой, он у меня катится. Ну, первый раз Егор делает суши, поэтому суши? У него такой. Ну, это суши, да. Ну, надо, но это не настоящий. Так, ну, давай теперь сделай, наверное, какой. Вот рис с лососем сделай вот такой вот. Да? Сюда не надо пока, вот сюда вот ставить браслетик. На тарелочку складывай. Сюда. Я хочу рыбку.
сделать, я хочу. Ну, делай. Алиса сделает нам рыбку и покажет. Делай желтую рыбку, да? Нет, она бывает как на картинке. Нет, не надо пока открывать нам другие, потому что, чтобы это не засох пластилин, делай или оранжевую, или желтую. А потом мы с другого будем. Бери оранжевую. Сейчас, Егор, ты какой будешь сейчас делать? Вот этот вот, давай. Все, у тебя так. Уже одна часть готова. Так, теперь с оранжевого делаешь. Так, а вот этот у нас. Так, вот этот, да? Ну, я не знаю, посмотри. Наверное. Так, на корпус ее делать, так. Да, вот эту. Да. Мне нужно туда скатывать. Ну, давай, раскатывай. Скалкой, что ли? А с чем ее там скалкой нужно раскатывать? Ну, там как показано, как правильно делать. А Алиса что делает? Рыбку. Рыбку? Ну-ка, покажи. А, кстати, вообще-то эту тоже. А мы не видим, какая у тебя рыбка получилась. Я хочу побольше, чтобы она была. Побольше, чтобы она была? Так. А это как жвачка детская. Ну да, это как-то жвачка. Белый как жвачка, это уж точно. Так, теперь дальше больше полосочку. Она, вот она, да, вот она. Вот она, делай такую полосочку. Я делаю. А Алиса что у нас делает? Рыбу. Рыбу? Да. Вот. Ну-ка покажи, какая рыба у тебя получилась. Вот. Ой, какая замечательная рыбка у Алисы получилась. Я говорю, у тебя клеенка уже съезжает, поправь чуть-чуть. Так, теперь это у Егора лосось получился. Теперь накладываешь что его на рис. Да? Сейчас поправлю. Так, белую еще нужно. Белые полосочки маленькие. Маленькие. Блин, почему ты это как пенопласт? Это так, блин, неудобно. Так, сейчас. Они тянутся. Тянутся? Да. Пластилин. Это он просто, как плейдо тянется. Как плейдо тянется. Ну, это же такой же точно пластилин. Нет, только не другой, совсем. Только другая фирма, другой производитель. Не совсем. Ну, маленько по качеству отличается там по составу. Пластилин. В принципе, точно такой же. Даже интереснее некоторые. Даже катать. Да? На белый, ну, катай. Но на белый мне как-то не понравился слишком он. Как-то как пенопласт. Ну, он специально, наверное, чтобы рис такой, получался такой консистенции. Так, Егор украшает лосося. Я хочу и это раскатать. Ну, раскатай, конечно. Он бывает черный. Я хочу сделать черный. Так, и еще одну полосочку Егор делает. Он бывает черный. Всегда суши. Так. Еще одну. Так. Ну и все, теперь сверху украшаем на рис. Я сделаю фон аналогу. Это как-то некрасиво получилось. А Алиса что там нам раскатывает? От суши осталось. От суши осталось, да? Вот. О, молодец, Алиса. Я хочу еще что-то сделать. Все, Егор, давай, украшай сверху рис. Так, я хочу. Где у тебя рис? Я хочу вот это так, сделать. Вот такая суши получилась. Короче, это рис, лосось и сверху еще, что там еще, сыр, наверное, или что это, да? И вот давай вот такой вставишь, и будет брелочек. Там... Покажи, какой брелочек у тебя будет. Сейчас я... Ключиком вот таким вот ставлю. Давай, вставляй. Кстати, посмотрите, тут еще такой ключик. Ну, вставляй вот туда, и будет брелочек, суши-брелочек. Так, откуда я? Да, в любое место вставляй и покажи, как он у нас болтается, да? Это будет няня. И запихиваем, да, брелочек. Ну, покажи, какой получилось суши. Ой, падает. Вот, суши получилось, какая классная. Такой. Здорово. Ну, сейчас посмотрим, что там Егор еще нам сможет сделать, да, какие суши. Да, Алиса хочет сделать красный с оранжевым. Да, ну вот, Егор уже наделал пока. Я хотела делать, а потом красный оранжевый. Да, ну хорошо. Егор уже наделал с Алисой. Покажи, Егор, сколько ты уже наделал суши-роллов, да? Давай, какой у меня классный. Чтобы, вот, посмотрим. Вот столько Егор сделал. Вот роллы всякие. Оранжевый. Вот такие, да, роллы сделал Егор.
Красивый. Да, Егор, покажи, потому что мне неудобно показывать. Да мне классный. Красный не надо, Алиса. Егор, покажи, какие ты сделал роллы. Все покажи, достань. Я хотела делать вот классные роллы. Да, Егор сделал роллы. Самый красивый. Я хотела делать классные с оранжевым делать ободок. Можно? Ну, сделай желтый с оранжевым. Вот этот и сделал, Егор. Я хочу с классным. Потом вот. Потом, это Алиса сделала у нас. Да, Алиса, покажи, какой ты сделала. Слушай, ну-ка. Вот такое, слушай, сделала Алиса. Это сделал Егор, да? Ну-ка еще покажи, какой сделал. А еще в другой тарелочке. В другой тарелочке еще. И еще там, вот. Повыше показывай, потому что плохо. Вот такое вот сделал, слушай, Егор, да? Потом такую еще. Такую мою самую первую. Да, это ну, первую. Ну, это такая. Мы видели, да. Ну, это первый блин. Как говорится, но все равно нормально. Егор, повыше не видно. Так, вот такое вот сделал Егор. И еще что? И последнее. И последнее вот такое. И Егор сейчас сделает еще Алисе красивый ободок. Да. Сейчас. И закончим. И закончим, да? Ой, я увидела. Егор уже делает это. Вот Алисе, чтобы вот было очень красиво, да? Ободок. Я уже нашла ободок. Ты уже нашла? Да. Во, а точно на клееночке тут даже показан, как ободок делать. Егор маленько неправильно сделал, потому что нужно сделать цветочек, один цветочек и другой цветочек, и слепить их друг с другом между ободочком. Давай, снимай это вот то, что ты сделал. Так вот. Делай два цветочка одинаковых, или два пироженка. Какие, где тут есть вот? Тут их нету. Ну, сделай, например, сделай листики. Ну, не сейчас так. А на колорчике надо делать. Да. И у Алисы будет. У Алисы будут листики, да? Да, как ободок. Как ободок. Угу. Так. Вот эта штучка, как на ободке. И у Алисы будет красивый ободок, да? Да. Тик. А Алиса что делает? Шарики и такую полосочку такую. Шарики и такую полосочку? Молодец. Это из них шариков. Из шариков делаешь? Да. Это ты еще суши какую-то делаешь, да, такую интересную? Нет, ободок. Да, ну вот еще один листик сделай и прикрепишь. Нет, это делай для оранжевым ободка. Цветом. Или белым. Для ободка. Для ободка? Ну, так Егор же тебе делает для ободка. И я тоже. Он тебе делает, ободок будет с листиками красивый такой, да? Я хочу. Не хочешь? Почему ты не хочешь? Я хочу с этим. С этим? Ну, Егор тебе потом сделает и с цветочком, да? Я хочу с цветочком. Цветочком? Егор, она хочет с цветочком. Ну, так тут нету, там нужно только брать из нашего плейду, который у нас остался там. А так ты не можешь цветочек сделать сам руками? Ну, такой вот. Ну, хотя бы какой-нибудь другой. Только если отдельно шарики делать, а потом их скреплять. Ну, это столько времени понадобится еще. Ну сейчас, Алиса, Егор тебе сделает ободочек. И с листиков. Я сама делаю. И Алиса делает, да? Я сама буду делать сама из цветочка ободок. Сама из цветочка будешь делать ободок? Да. Ну здорово. Ну сначала тебе... Нет, Егор, один... Вот смотри, берешь вот так вот, потом вставляешь вот сюда листик и сверху прикрепляешь другой. Вот так вот. Вот. Вот и будет ободок. А то, что я ты одевал... Я хотела с цветочком. С цветочком? Да. Ну, а потом тебе Егор сделает с цветочком. Нет, я хочу сама делать с цветочком. Сама сделаешь с цветочком? Да, чтобы было красиво так. Ну, ладно. Ну, тут так. Вот такой ободок получился. Ну, можно сделать с цветочком, но надо эту формочку, чтобы быстро делать. Ну, Алиса, ну, Егор хотел тебе померить. Егор для себя померить. Не для мальчиков? Егор, ну это же не для мальчиков, это для девочек. Ладно, Алиса сделает цветочек из ободочка, и Егор потом сделает. Вот, вот такой. Егор себе уже примерил. Ну, Алиса, вот то, что ты сделала, этот цветочек, вот представляешь на ободок? Ну, давай сделаем. Ну-ка, давай сделаем. Егор, сделай ей цветочек и это, на ободок вставь. Нет, нет, вот из этого то, что она сделала, и оденем на голову, что у нее получилось. Одевай ей на голову этот цветочек, пускай, раз она хочет такой цветочек, давай, там дырочку найди, нет, дырочку найди. Так, вот через вот эту, как-то сейчас запихнем.
Ой, фу. Так вот. Вот. Не делай. Алисина творчество. Ну и все, я одевай теперь Алисе. Мне так интереснее так. Так интереснее? Да. Ну это виноградинки такие получились, да, у Алисы, виноградинки. Да? Давай, повыше чуть-чуть одень. Вот такой ободочек получился у Алисы, замечательный, да? Ну здорово. Ох, упал. Ну ладно, что, Егор, показывай еще всем суши, какие ты сделал. Всем будем говорить пока-пока, а вы дальше будете что-то лепить. Егор, давай, показывай суши всем. Стой, сейчас еще в них вставлю вот эти вот. Да хватит уже, мы же и так видели, что ты уже вставлял. Давай, вот Алиса показывает. Это мне. Алиса показывает одни суши, Егор показывает другие суши. Вот сколько. Алиса, посчитай, сколько суши вы сделали с Егором? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Ну что-то ты неправильно посчитала. 3, 4, 8 суши сделали. Из набора Мили-Мини, набор для творчества, суши-мания. Ну что, хороший набор, в принципе, получился, да? Да, мне как-то плейду больше все-таки понравился. Ну, а здесь маленько другой пластилин, поэтому мне тоже интересно делать. Мне нравится такой пластилин. А Алисе нравится такой пластилин. Ну что, всем говорим пока-пока. Пока-пока. Хорошо, Егор, всем пока-пока. Вы были на... подписывайтесь. Я вам дарю сердечко, цифры. Да. Подписывайтесь на наш канал гостях Алисы и Егора и ставьте палец вверх за наши суши. Я вам дарю сердечко и цифры 3. Да, Алиса вам дает сердечко и цифры 3. Пока-пока. Пока-пока.